А, типа вас надо бахнуть. Сейчас я вас бахну. Это типа спасение, да, их? Ну, еще один, где ты там? Че ты пульками пулькаешь? Быстро! Вот так. Топ-т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 оп. Сейчас задам вам жару. В строй! Встали и пошли. Еще раз. Давай поживее. Бегом. Ну и чё за прикол? Вот что ты хочешь сделать? Это что сейчас было-то? Как мне вломили-то вообще не по-детски-то, а? Все? Разобрался с вашими дружками? Иди давай. Вернулись в строй быстро. И пошли. Вот так вот кол вообще красавчик просто. Сейчас опять тут выбегу, там кто-то нападет на меня. Ну и чё стоим? Чё тупим? Шел. Резче. Топают они мне здесь еще калеки такие. Строй, встали и пошли. Еще раз дернется кто-то. Блин, я реально, я вырублю скоро. Вон, зрители помнят мой прошлый стрим. Один добрался в живых. Вам это интересно? И, по-моему, плейбойчик, вот этот красавчик, который в последний был. А вы в пуховичка, блин, помрете сразу. Ой, блин, ну нет, ну начинается. Вы-то откуда-то? Ой, чел, ну я очень-очень дико извиняюсь. Встали и пошли. Иди или сдохни. Сам выбирай. Так, до тюрьмы пошли, почти добрались. А, тут как обычно, там кто-то сбежит, и сейчас просто вообще один в живых останется. Ну вот дернитесь. Реально один останется в живых. Если останется кто-нибудь. А, ты типа убежать хотел? Как хочешь. Все? Все? Или еще тебе нападать? Это чтоб не бегал мне, блин. Сейчас
Еще вломлю. Быстро стали в строй. Пошли. Офигели вообще. Так, чувак, тебе тут плохо, да? Ой, блин, тут нам надо еще немного пройти. Так. От меня никто не уйдет. Назад в строй. Вот так. Давай поживее. Быстро. Смотри вообще, вот и все, блин. Давай до тюряшки дошли. Все. Только попробуй сбежать, блин. Повзрываю вместе с машинами к чертовой матери, блин. Всех. Вот так. Хорош. Сержант, дайте им по печеньке по одной. Заслужили, друзья такие вообще. Фух. Так, ну все, мы это дело сделали. Геройская миссия. Отлично. Да. Так, все. Что-то нам еще надо. Ага, у нас еще... Блин, смотри. Раз, часть, два, часть. И вот тут... Вот тут части некоторые. Тук. Здорово, Буслаев. Так, надо ему сейчас написать. Ой, блин, я тут пока писаниной занимаюсь, а мне тут вламывают вообще. Да, Буслаев, здорово. Действительно, я не видел, сори, тут просто пишут и в чат, и сюда. Ну вот, поэтому дико извиняюсь. Так, ну на самом деле я, наверное, еще чуть постримлю, потому что у меня начало стрима было с лагами, блин, а ну иди сюда. Офигеть. Слышь ты? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, выживаем, выживаем, выживаем. Да, да твою. Офигеть-то, а. Вы-то откуда взялись? Ну, от вот... Так. Ну, поехали выполнять миссию. Наверное, все-таки основную. Так, основная миссия. Так, а что у нас по способностям? Маловато. Да нет, ты что, Буслаев? Так. Не в ту... А, в ту? Да, в ту сторону, только по этой стороне, а то все помнят, как у меня бывает. Так, вот мы, наверное, вот сюда сейчас поедем. Да, мы поедем именно туда. Да так, потихоньку успеваю и писать, и отвечать. Нет, тут район с электричеством. Нормально все. Так, ага, мы на крыше видим. Не, мы будем продолжать ехать дальше. Так, где у нас тут по карте? Вот, почти мы добрались. Окей, Жень, сори, да, действительно, я как бы, наверное, сегодня в Старик не пойду играть, потому что стрим у меня вначале лагал, поэтому как бы можно сказать, что там нормальное воспроизведение задержалось. Поэтому я вот, наверное, буду стримить. Так. Это что, опять найти пакет какой-то? Сюрприз? А, это хрень его съела. Ой. Да, блин, ну ты залезешь-то или нет? Давай на крышу отсюда и сюда. Так, вон я эту дрянь вижу. Она тут щемится. Оу. Так.
Она вперед пошла. Давайте сейчас за ней, за ней, за ней, за ней, за ней. Иду, 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 иду. Так, импульс, блин, ты как-то ш... Оу! Вас не слишком ли много-то? Так, и кто... Отлично. Ага. Ой. Найдите главаря и убейте его, да? Так, ладно, я понял. Сейчас будем убивать главаря. Так. Где эти три гадости-то? Блин, а они где-то здесь, эти главари-то. А, вон первый. Ай! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Так, все, минус один. Так. Блин, электричества-то у меня нету. Да за... Оу! Оу! Кол! Так. Так, ты где? Не понял, а где он? Тут-тут-тут-тут-пум-пум-пум-пум! Фига их тут бегает вообще-то. Главари-то где? Дайте мне главарей. Блин, что-то их не вижу, а? Этих главарчиков-то. Так. Блин, а где эта штука? Оп. Угу. Нашел. А, вот и ты, красавчик. Оу. О, да, 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 мы это все-таки сделал голыми руками. Это, конечно, вообще элементарно. Так, это Спарта. Вали этих уродов. Ну да. Так, ну что, потихонечку валим. 55%. Да. Ну. Так, минус раз. И минус два. Все здорово. Так, там где-то психи по той стороне носятся. О, мы прямо рядом с заданием. Нам главное перелезть через стену-то. Вы-то откуда-то взялись-то? А, понятно, это там воют. Блин, как через стену-то перелезть? Надо потихонечку забраться. Так. Че, лаги опять появились? Так. На верхней как-то надо. На верхней как-то надо. Так, вот лесенка. Вот лесенка. Лагов нету, говорят. Так что, друзья. Так. Вот еще одна лесенка. Сейчас мы залезем вообще на самый верх. И сиганем отсюда. Так. Куда нам? А, ну правильно мы лезем, правильно мы лезем. Ну что, дружок? А вот с таким попробуй справься. Так, женщина, вставайте. Ой-ой-ой, ну женщина, ну кто ж вот так вот делает, а?
Простите, пожалуйста. Фига такая сама встала и побежала. Так, все. Собираемся, заряжаемся. Так, где у нас столбик? Все. Да я не специально, друзья. Ну, как-то под ногу попалось, блин. Вообще, честное слово, не специально. Так, наверное, там наверху это у нас миссия. Давай, залазь, кол. Выше, 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 выше. Блин, ну... Во. О, да. Копы из 43-го участка организовали наступление на мусорщиков. Мой источник сообщил, что они хотят арестовать Алдена. Отлично. Этому психу самое место за решетку. Окей. Схватка уже началась. Ты должен немедленно отправляться. Твоя основная задача сделать так, чтобы Алдена поймали. Как только его поймают, я пришлю ребят вытащить тебя. Да не вопрос вообще. Идем к Алдену. Так, сейчас, сейчас. Сейчас, конечно, конечно, мы пойдем к Алдену. Но вот сначала нам надо выполнить вот этот осколочек. Надо собрать. Да, собери осколок-то. Да, кол, калека! Так, все. Ай, к Алдену идем. Итак, где у нас Алден? Блин, завалили чувака-то. Алден, стоять, ты арестован! Моя цель Алден, направляюсь за ним. Не дай ему сбежать, Коул. Это наш единственный шанс. Он спер мою еду! Смерть ему! Эй, чуваки! Зря я в это ввязался. Алден еще на свободе, и если он скроется, Моя с меня шкуру сдерет. Я могу освободить этого парня, а могу пройти мимо и бросить его на произвол судьбы. Конечно. Добрый поступок, естественно. Так, где этот Алден, ёпта? Вот он. Какого дьявола? Ой-ой-ой-ой-ой, разруха-то. Ой, люди-человеки, я, простите, пожалуйста, я, наверное, ошибся адресом. Офиг... Ай-яй-яй-яй-яй! Сядь! Так, потихонечку мочи этих. Чел, ну ты как вообще не кстати. Сейчас же бахнут, а? Так, давай, иди сюда. Откуда? Да ладно, ну... Так, потихонечку, потихонечку. Да блин, а. Да чего ж точные ребята-то, а? Так, ладно.
кто там? Ай. Отлично, минус два. Ой-ой-ой-ой-ой, горю, 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 горю. Горю, задница горит. Так, все, нормально. Так, а куда идти-то? Алден, ты где? А, вот ты где. Ну давай, я иду с тобой. Офёу! Ну, вылези еще разочек. Отлично. Так, ты где? Наверх залазим. Откуда? Так, сели. Да вали ты их уже, а! Так, все? Нет, не все. Кто? Кто еще-то? Фух, теперь все, да, блин, миссия. Оу! Оу! Кол, прыгай! А-а-а! Тут вода, твою! Отлично! Так, минус. Так, электричество надо набрать. Блин, вообще засада. Блин, я там и не видел, что там вода. Так, разлетелось. Кто куда? Чел, да подаль, полежи немного. Блин, а чел, ты еще там? Так, надо еще набрать электроэнергии. Блин, мне, по-моему, забабахают сейчас. Так, набираемся электроэнергии. Ой! Офигеть, да сколько их там-то, а? Блин, вот это меня накаляет, а? Вали вот сюда вот. Так, ты тоже вали. Где Алден? Ты где? Ну вот, я смотрю. Где? Да блин, еще один там лупит, а? Все. Отлично. Так, наверх надо лезть. Наверх надо лезть, наверх надо лезть, наверх надо лезть. Так. Так, вижу я тебя. Ой, блин. Так.
Блин, фига, это, наверное, с той стороны где-то там. Эй, Моя, ты видела это место? Уоррен никогда не был приятным местечком, но все же это был парк. А теперь это кучка лачуг, построенных из отбросов. Я тут едва пробираюсь. Алден начал собирать металлолом, мусор, все, до чего мог добраться, как только карантин был объявлен. Наверное, именно для этой башни. На кой черт его... Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Внутри нет взрывчатки. Так где что ты? Это не взрывное устройство. Может, его просто мучают комплексы? Все, минусанули. Кто еще там есть? Блин, а кто-то меня гренкой Все, помри. Кто-то меня гренкой-то кидал-то. А? Ладно. Так, а никто не видит, да? Я не вижу. Зато я знаю, что где-то здесь, наверху, у нас есть секретик. Так. Понятно. Так, чего нам делать-то? Ну, вломи ему, да, отлично, все. Так, наверху там сюрприз у нас будет. Давайте мы пойдем его возьмем. По идее, это здесь должно быть. Так. Так, а куда идти-то? А, вон там он где-то. Понятно. Ладно, вижу. Так, пошли. Заберем вот эту вот часть. Слазь. Отлично, тайник, на. Прилагаю аудиозапись Кеслера. Да, хочу заказать доставку с курьером. Нет, один пакет. Вы можете отправить конкретного человека. Понимаю. Я не сомневаюсь, что они у вас все надежные, но этому курьеру я особенно доверяю. Его зовут Коул Макград. Да, я жду. Да, блин, да залезь ты, возьми ты его уже, а? Кол Макград, блин, тебе офигенно доверяет Кол, ты понимаешь, да? Да возьми ты этот осколок, ну, Кол, пожалуйста. Вот ради меня возьми ты его. Офигеть! Офигеть! Блин, да я не знаю, что эти сейчас делают-то. Коллега, блин, как я ненавижу вот эти вот камеры. Так. А ты вот сюда что не можешь... Да ладно, ты на эту штуку залезть не можешь, блин, Кол. Офигеть-то. Ай, подскажите, как мне залезть и вот до этой штуки добраться-то, а? Да в другую сторону, калека! Не, я тебя все-таки заберу-то, а? Вот почему он не лазит? Вот везде лазит, а вот именно вот здесь вот он не может залезть вот именно вот туда, а?
Да, блин. Не, вот это я не понял сейчас, почти уже допрыгнул. Так, давайте себе... Друзья, если знает кто-нибудь, как можно вот это вот пофигень взять, я буду мега признателен ему. Да пробую антигравом долететь, да не получается ведь. Если, блин, отсюда попробовать сверху до туда долететь, да тоже, наверное, не долечу-то, а? Да ты залезешь сюда или нет? Почему он туда не залазит-то? Да без... Ну чё за приколы-то такие-то, а? Возьми его, детка, да, сделай это, я уже прошу тебя, все просят, весь мир. Ой, я как люблю разработчиков-то, а? Да, шампанского всем. Вокс угощает. Фуф. Опа. Твою дивизию. Как меня ВКонтакте найти? А зачем тебе? Зачем тебе ВКонтакте меня-то найти? Так. Так, ну и куда мне дальше? Понятно, по-моему, мне туда. Да, Кол, ты что делаешь? Куда ты вниз? Да, это что за приколы твои? Так, ладно. Да, я вот это вот не понимаю сейчас. Во, все, наконец-то залез. Так. Так, тут мы уже все забрали. Где этот крендель ходит-то? Ну? И куда дальше? Вот мне на... Как я вас всех люблю. Какого хрена я вот, блин, столько времени вот парился, наверх поднимал... Ой, ёшкин кот, это что за чудо такое, Юда, рыба-кит? Эй, красавчик, мне как бы... Итак, фух, собрались, приготовились, и да! Это чё за приколы такие-то, а?
Вали, кол. Офигеть, вот эта штукенция была-то, а? Как с этим чудо-юдом справиться? Так. Ай, блин, ну чё за жесть-то, а? Чё за Геракл-то, а? Кол, щемись, 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 щемись. Да пшёл ты. Да! Внимание всем! Дэйв взят под стражу. Его везут в тюрьму Eagle Point. Фух, да неужели мы все это с вами сделали, блин? Вот это... Копы поймали Алдена, тащат его в каталажку. Я знаю. И мусорщики тоже знают. Они заполонили весь Уоррен и стреляют во всех подряд. Разберись с ними. Да, блин, дайте мне взять... Ну, ваша репутация не изменилась, там... Начинается. Так, тут взяли. Осталось здесь взять. Отлично. Так, приветик. И все. Так. О, вот здесь дополнительная миссия добавочная. Да, отлично, мы здесь. Ой. Ой-ой-ой. Блин, ну вот как мне вон ту штуку взять-то, а? Чел, ну прости, ты как-то тут вообще под ногами был. Мне вот этих надо ввалить. Еще один. Иди сюда. Чел. Да подожди ты. Да блин, ты псина. Блин, взял чувака, бахнул-то, а? Живой? Твою ж дивизию-то, а? По-моему, нет. Так. Доп-миссия, погнали.
Так, а тут... Блин, вон та штука мне как-то очень интересна. Как же ее взять-то, а? Оу! Так, попробуем сверху откуда-то ее долететь туда. Может, получится. Хорош, Вокс. Да, блин, хорош, Вокс. Вокс не очень-то и хорош, раз бабахнул так чувака. Так, я думаю, может, получится даже долететь. Нет, нет! Твою, блин, тварь! За это получите вообще мерзкие твари! Разбомблю все, идти с ноги дам. Все. Блин, ну как так-то, а? Фейл, да, блин, вам бы только... Ай! Гадость. Так, давайте еще разочек попробуем. Итак, полет навигатора. Да твою, блин! Мне никогда не нравились эти все машины. Блин, а дивизия-то такая. Сейчас мы им устроим. Так, а давайте попробуем не оттуда, а вот отсюда долететь. Да-да-да-да-да-да! Пам-парам-пам-пам! Ту-ту-ту-тун! Отлично, все, мы взяли эту штуку, теперь можно идти дальше. Так, где-то тут миссия у нас была. Погнали сюда. Че, плохо, что ли? Вот так, теперь хорошо, да? И тебе тоже хорошо. Все. Так, где-то тут миссия должна быть. Где? Блин, опять наверху. Чё ты там наверху-то делаешь? Как ты забрался туда наверх? Так, связь. Начать. Ой, блин, связь, так связь. Так, ладно, поехали покатаемся слегка. Да чё за... Лезь, кол, лезь, кол, лезь, кол. Отлично, всё, мы здесь. А, куда нам? Ага. Так. Ну да, отлично. Отлично. Ай, время истекло-то, а? Блин, а этих много-то гадостей. Да! Я злой просто. Фух. Отлично, вот это мы прилетели, да, вот то, что нужно, Кол, вот, вот ты именно вот так вот должен был пройти эту миссию, еще 3 секунды осталось, о да, одна, да неужели? Да. Ай, неправильно. Ай! На! Да я не все трофеи хочу выбить, я хочу освободить всю территорию. Да, блин, да...
Было плохо? Теперь хорошо? Молодец. Фу. Отлично, да, мы это сделали. Так, надо вернуться назад. Я там видел где-то этот был. Пам-парам-пам-пам. Ну, вы поняли, да, осколочек. Осколочек был. Так, у нас эта часть тоже освобождена. Отлично. Вот так. А там электроэнергии-то нету. Связь со спутником установлена. О, как круто, блин. Всегда мечтал установить связь со спутником. Так, хорошо, что не с тем миром связь. Оп! 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 Где-то здесь... Где-то здесь. Ага, вон он нашел. Погнали. Давай лезь, 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 кол, лезь, лезь, кол. Так, сейчас надо на основную миссию пойти, друзья. Мы, в принципе, это с вами и сделаем. Сейчас пойдем на основную миссию. Отлично. Так. Иди сюда. Ты какой-то вообще слишком суперменистый. Ой, две штучки здесь. Первая тут, а. Так, вторая. Вторая, вот она. Так, ну что, погнали. Ага, вон вижу я миссию нашу основную. Да отойди ты. Ой, еще две штуки где-то есть. Так. Где? Так, взяли. Да как ты меня накалил-то, а? Кто еще там? Ты? Так, где еще это? Наверное, наверху где-то. Давай лезем, лезем, лезем. Что-то тут бегает, а? Раз, два, три. Пошел, пошел, пошел. Отлично, ушел. Так. Да лезь ты туда наверх-то по... Да, кол. Супергерой калека. Отлично. Так, все, залазим, идем на основную миссию. Так. Ой, пропустил. Офигеть, вот эта вот штучка такая прилетела сюрпризная-то, а? Так, где же ты? Где? Осколочек мой миленький. Вот твою ж дивизию, нах... Зачем я спрыгнул? Так. Все, взяли. Взяли, взяли, взяли. Где-то еще один. Где? Вот ты мне не нравишься.
Ай, блин, псина, ну, да не до тебя, нет у меня ни конфеток, ни косточек, ничего, все, отстань. Так. А тут до второстепенно недалеко, если мы доживем до нее, это будет вообще мега здорово. Так, вот она где-то здесь. И девушка, я иду к вам. Или фотограф. Да ладно. Опять трюк какой-то. Да не вопрос. Поснимать? Слышь, чувак, может ты как бы другого поснимать? Так, убейте отмеченных противников. Так. Блин. Ай, в кол беги. Да блин, электроэнергия, это где? Ой! Да, крылья не помогли. Убить отмеченных противников, пошли. Отлично, да. Красавчик, ну блин, тебе еще попозировать как? Попозировать. Блин, я бы ему так попозировал, по лицу бы просто вообще бы, просто это был бы... Вот этот... Ай! Да слышь, вот так вот, все. Где еще один? Сделано снимков. Что надо еще сделать? Выкачи электричество из объекта. Офигеть, какая красота! Сейчас еще пара снимков. Тут мне анекдот сегодня на работе рассказали, я там смеялся вообще. Жена миллионера такая сидит, и все ей не нравится. Говорит, вот это плохо, это не то, это там вообще, блин, как меня запарило, там все вообще не к черту, там тут шумно, здесь вообще не это. А муж такой сидит рядом, слушает, говорит, дорогая, может быть тебе съездить куда-нибудь? Она такая растерялась, такая, ну да, можно, а куда? Такая уже с довольным таким лицом, говорит, ну, например, по морде. Вот, я на самом деле, там, естественно, не такие слова были, вот, ну что-то в этом роде. Так, ладно, давайте, может тебе съездить куда-нибудь, да, куда, например, по морде, чтоб не плакал, не выкачить из электричества. Отлично, все, здорово. Еще пара кадров, и все. Так, все, качаем. Не могу посмотреть воксы, это такой провал, да блин, почему провал? Так, что надо теперь сделать, чел? Давай рассказывай мне, что-то я чат почитал. Произведите удар грома. А как удар грома произвести-то? Опа, у меня паника, друзья, способности. Молния, репутация, страж порядка. Так, ударная волна, вспышка, электрическая дуга, шоковая граната, удар грома. А, тап, элементарно, Ватсон. Удар грома. Смотри и наблюдай вообще, красавчик, удар грома. Сейчас мы тебе сделаем такой удар грома, ты просто очумеешь. Чел, отойди подальше, потому что мне тебе потом надо будет восстанавливать немного, слегка. Так, удар грома, держи. Еще пара снимков? Тебе этого мало? Да ладно. Блин, пол района, блин, просто... Ай. Какие вы слабачки-то просто. Фига себе, вы посмотрите, сколько народу бахнул там, блин. Прикинь, прохожий, да, идет как бы там...
насвистывает себе, там идет там по своим делам, такой радуется, какой прекрасный день, какой прекрасный пень, какой прекрасный я, и ёптить, что за сверху за херня, и бабах! Вот это жесть была. Вот. Еще раз удар грома, да блин, хватит валяться. Петросян, да ладно, не Петросян, я ни в одном глазу. Так, давайте еще раз торгу. Народ, разойдись! Банзай! Вот так вот. Еще пара снимков. Давайте еще пару снимков сделать. Че, опять пол района? Мастер-ломастер. Ёшкин кот, да че за... Блин, народ. Ой, коллеги. Степаненко, ну да, конечно, блин. Чуваки от счастья померли просто, не выдержали, блин, такой грандиозный. А ты чё ползаешь-то, а? Давай, вставай. Блин, да где вам показывать этот удар грома, если пол района стоит глазеет, а я в толпу просто прыгаю? Офигеть, блин, просто как кумиры ловят меня. Так, давайте еще раз залезем куда-нибудь. У меня сейчас герои отнимут. А, да, кстати, у меня герои сейчас могут отнять. Ну, блин, ничего, накачаем еще. Да, блин, я ж не виноват, что... Он любит этот удар грома. Так, все, залезли. Блин, народ, разойдись, ну, пожалуйста, просто. И бомбочка! Пошел, на! Че, курил? Да я не курил, ничего. Так, ну все, сейчас хоть никого не... Воспользуйтесь индукционным скольжением. О, блин, да как ты меня накаляешь-то? А меня напечатают на первой странице журнала «Максим»? Ой, что-то я перепутал. Другого журнала какого-нибудь. Так, индукционное скольжение. Это, блин, где провода-то найти? Почему я залез вот именно на тот дом, где нет проводов? А, вот, есть все-таки провода. Индукционное скольжение. Поехали. Обалденно. Отлично. Еще пара кадров, и все. Еще пара кадров. Ну все, плейбой. Ой. Так, отлично, да. Вот, блин, надо напозировать, чтобы освободить. Вот без моих поз, короче, народ, ну, не мог как бы просто взять и убраться в районе. О, блин, вот калеки-то. Все им надо делать. Уоррен, 60% завершено. Так, где миссия? О, у меня геройская миссия здесь есть. Так, геройская миссия. Ладно, понеслась. А. Да блин, что тебе фонарь-то приспичил-то, а? Так. Так, друзья, секундочку. Простите, сейчас подойду.